Всем привет, мои хорошие. Иду к Асеньке на маникюр. Она купила квартиру в этом районе. Иду по помощнику. Не знаю, попаду или нет, но вот такой район, соли-центр рядом. Покажу вам потом свой маникюр. Пора уже его переделывать, но все, никак со временем не было. Сегодня решила расслабиться, укатить. Так надоело все. Такая здесь парковка, видно, здесь базарчик. Хорошее место, маска спадает. Паразитка такая. Прицепила себе малиновую сегодня. Смотрите, такой райончик. Купила сегодня себе такую малиновую. Вот так она выглядит просто. Лира стоит. По-моему, везде она продается. Вот я не помню, в каком магазине я купила. Вот смотрите, как она выглядит. Вот. Вот, видите? Очень удобно, хоть и уши не давит. А это маска для вида, чтобы не оштрафовали. Вообще никого нету, и дуристика эти маски носить. Ну что делать, кругом контроль. Посмотрим, как что будет. Вот, жандармия. Везде, везде жандармия. По-моему, я уже пришла. Ищу, чтобы не потеряться. Но я не потеряюсь. Это помощник по интернету есть. Хожу, брожу. Тут шок. Европейский текстиль. Вон платится за 30 лир. Можно купить. Сняла маску. Не могу уже. Не знаю, куда меня приведет это мое путешествие. Ну вот, немножко впереди и море. В этом районе я впервые. Пока не могу понять, где нахожусь, но, по-моему, по чуть-чуть начинаю разбираться. Так, мой путеводитель мне говорит повернуть направо. Ну все, буду искать Асеньку. Меня путеводитель завел вообще, сделал такой обход, я не знаю, тут нам для машины, наверное, настроен. Хожу, хожу, гуляю. Ой, боже, такой красивый сито, я смотрю рядом. Пока зашла в магазин, купила мороженое, сладости. Сейчас, наверное, пока дойду, мороженое растает. Девочки, Мадиночки иду, лапуленьки. Боже, когда я приду? Куда я зашла? Посмотрите, какой красивый сито, да? Так, теперь посмотрим, что дальше. Посмотрите, каком я блогере, мой юзер, мерсилен блогере. В таком красивом месте я нахожусь. Сашки, мамсу, были и в другом магазине, сделала себе покупочки. Это такие вещи экстравагантные какие-то все. Скидочки хорошие есть на многие товары. Вот это какой-то необычный здесь, вот, да? Вот это твист. Карту мне дали. Посмотрите, вот этот пиджак, допустим, да? Какой интересный. Или этот свитерочек. К примеру, это блузочка. Вот это платье мне понравилось. Сейчас я его увидела поздно. Тогда уже купила другое. Почем оно? 655. Юбка такая, да? Здесь яркие такие вещи. Классные. Ну что, пошли. Твист. Мы находимся в форуме со Шкимом. Твист. Перемот. Находимся в Поло, друзья мои. Скидки такие. Купили Ашкиму брючки мне, сорочки, туфельки такие. Классные. Целендим банашкам. А что ради? Не знаю. Бельмио Рункач. В общем, скидки, глаза разбегаются.
Вот такой в форме магазин. У нас день покупок. Вот так классно работать в нашей платформе GigoS. Всем подарочки. У нас скоро с Ашкимом юбилей, поэтому я ему заранее сделала подарочки. Моему Ашкимчику. И не заканчивается наше путешествие по форуму. Спонсор моего канала – онлайн-платформа GigoS. Сегодня моей дочери день рождения, ей 28 лет. Хочу поздравить ее, пожелать ей здоровья, счастья, чтобы она нашла себя в жизни. В каком смысле нашла? Ну, имела любимую работу. Мне кажется, это самое главное в жизни. Семья у нее, дети есть. Я у нее есть, папа у нее есть, брат у нее есть. Дай Бог тебе, доченька, всего самого хорошего, светлого. Меня здесь нету рядом с тобой, но надеюсь, и мы скоро встретимся, и у меня в глубине моего сердца всегда, что ты часть меня. Так что мы сейчас пойдем со Шкимом в ресторан. Покушаем. Будем отмечать твой день рождения, моя дорогая. Так вот. Пошли мы опять. Мои дорогие, я такая голодная. Пошли в такое красивое место, новое место. Заказали, сейчас посмотрим, что. Ой, я с утра не ела. Это было на маникюре, посмотрите, как у меня красиво маникюр сделала. Красиво, не так? После этого вот пошли, встретились с Эльдером по делам. Наверное, я сидела там, ну, мы не только маникюр делали, беседовали, разговаривали с моей близкой знакомой. И, наверное, ушла я больше снова. Встретились потом со Шкимом, поехали сюда в форум. Купила кое-что себе хороших шмоточек. Посмотрите, хорошие качества в брендах в магазине. Ой. Сейчас заказали, буду со Шкимом кушать. Покажу потом. Красиво отсюда вам. Стекло. Ашкем, привет, Сули. Привет. Кутлубиним Натхе, Шимли. Натхе, ма. Натхе, кутлуб. Сули. Biraz söyledik yemekle beraber. Bir aylık yemekle beraber. Tamam abim. Hasan Bey, bir alan yemekle beraber. Такое обслуживание. Niye? Bir ayı. Ашкиму стал голодный. Когда он голодный, он злой, да? Да. Ачиктым. Ачиктым. Какое место. Ну, наверху находится, видите, здесь дома. А вот внизу здесь вот так вот. А внизу ресторанчики. Что нам принесли? Салат. Какие все любезные, салатик, хлебушек, красиво все. Налили растительное масло оливковое, сейчас гранатовый соус. Не салат, а сказка. Такую вкуснятину нам принесли. Обогревается она. Каурма. Красота. Салат такой красивый. Никогда не остынет она. Ставьте лайки, подпишись на мой канал,
нажми на колокольчик и на все уведомления.